Привет. Привет. Скажи привет. Привет, малышка. Скажи привет. Скажи привет. Как дела? Друзья, ну сегодня мы находимся у Карины. Сейчас немножко у нее ситуация изменилась. Скажи, Карина, как изменилась твоя ситуация? Ну, вот то, что вот я захотела переехать, у меня там проблемы были на гвардейке. Ко мне с исполкома приходили, да? Хотели отобрать. И условия были, ну, плохие. Вот смотрите, сейчас мы покажем немного, вот тут даже взяли, пускай это барак, пускай вот здесь одна комната, маленький ремонтик надо сделать, вторая комната, там спит, ребеночек спит маленький, вот здесь большая комната. Здесь вот кухня, вот печечка есть, все как положено, котел, здесь тепло, они ходят вот в маечках, да. Ванная, ну, более-менее нормальные условия, пускай не это, то есть условия соответствуют уже нормальные, и квартира, барак дорого снимается, там 2000, да, в месяц, недорого, плюс коммунальные услуги недорого, правда, это Киевский район, ничего, здесь пока не тихо, спокойно, холодильник, машинка стиральная, все есть. Вот я вчера съездил в Россию, там снял денежку, и мы еще передаем Карине 17 тысяч, держи. Это... Спасибо большое. О, на. Уже повеселило. Чудо, да? Уже не платите? Нет, все хорошо уже. Спасибо, друзья, огромное вам. Почему? Потому что вы приезжали, помогали Карине. Приезжайте еще, помогайте. Вещи, продукты. И мы приезжали, привозили. Так что все будет хорошо. Правда? Будет у вас все хорошо? Да, спасибо вам большое.